Да? Новая лампа с коробки. А вот эта последняя, она у меня и осталась дома. Сорвется, да? Как будто что-то попадает, да, туда? Блять, новое, что там будет попадать-то? Ну. Бензин такой в попыте, видать. Вот 92-й он же больше как тепотик такой. А 80-й он чище в лампе работает. 80-й он весь, он рекомендуется, но подскочи 80-й. Ну 92-й, видать, идет, как присадка, видать. Поэтому, да. И копоти от него больше. Лампа, как говорит. Три лампы уже в ремонте. Две живых осталось.
трактор как будто простреленный. Как будто в боях побывал. Пипетка замерзла. Пошла водичка. А тайка. Вон. На пускаче уже начал оттаивать. Цилиндр пускача. В глазах оттаивает. Брызгать начал уже. Надо подальше. Все равно туговато, да? Вообще туговато, да? Не должен быть. Крученые вон какие. Сучковатые крученые. Береза тяжелая попалась. Вот тут, возле штабеля. Вот штабель. Начало лесосеки. Березы свалили сейчас, распилили. Начал грузить, но думаю, лучше расколоть ее сразу. Пока мороз, то летом будет хуже ее колоть. Сейчас напополам хотя бы.
Расширение дороги. Здесь пойдет дорога к следующему штабелю, в другой конец лесосеки. Приехал сегодня повторно. Вот небольшая поломка. Привез запчасть, там соединение с топливным насосом. И вот сейчас, чтобы не зазря, загрузился еще дровами. Ну, немного березы, остатки. Сейчас догружу еще сухой пихтой. Все, и поеду домой. Ну, еще чая попью сейчас в булке. Все, и поеду. Чайку попить. Процесс. О, это если что, в запасике одна будет. Но они одинаковые, да? Да, они все одинаковые. Болт. Такой почти распиленный. Время раздолбило эти пластины. Все, зажигание устанавливаете? Нет. А, это что? Ну, это же тоже. Чтоб на место попасть. Нахуй хуй подлезешь. Или вода, блядь, попадает, да? Подмерзает где-то что-то и все. Это ж на 40-м, да, меняли когда-то? Я уже запутался где-то. Где-то меняли. Там и в 361-х, по-моему, в обоих тоже карбюратор меняли. А в 440-м, по-моему, нет. Нет. Потому что у меня запасной карбюратор. На 40-м, наверное, это белочево-поршневую, да, меняли или что? Не, это на 361-м поменяли поршневую. А? Которую я вот сейчас привез. Ну-ну. В нем мененная. А где коленвал обваренный, это старая, она как со своей поршневой. Ну, а пока вот нормально, тут не летает. Ну, она немецкая. А эти китайские. Китайцы под поле где-то нахуй собирают. Так они количеством же и делают. Не качеством, а количеством.
Я вот тоже с этой балапуни на Челеснике тоже ночью с леса выезжаю, блядь. Вот это погрузка. Я тоже. Бум, колом, блядь, все и темно, нахуй. Ну что за хуйня, думаю, пизда двигатель, ну что, блядь. Что давай, блядь, со спичками везде, ну суди, что за хуйня. А я вообще вот так. Начинает пиздеть. Я свернула, блядь, вообще. Ну как в эту нахуй. Так а там же сбивается зажигание, да? Зажигание сбивается и все сразу. Все. Это вот видишь, здесь вот на одной, и она, видать, маленькая эта, и он дым такой, чур, бам-бам-бам, я думаю, нихуя. И все, мне аж это, думаю, все. За сердце взялся, думаю, все, нахуй. Надо убегать на дорогу. Лыжите водку. Лыжите водку быстрее, да? Лыжи есть, но хуй. Ебанула прямки. Где-нибудь один хуй выйдешь. А сейчас он в Урал подошел, тут дрова пилит. Сейчас он туда сели. Че, какие пихту, все подряд пили? Ну, которые сухие пихтушки свалили на площадку. Блин, жарко. Ну, что-то жарко. Громко на кочегарил. Да и на то горит-то, не горит. Тут жахнет тут. Не поймешь. Я думаю, сейчас это каждый раз ставить, да? Ну, завтра я не знаю, ты говоришь, только может даже вылазка быть, да? Ну, всякое может. Мы с утра эти, если что, ну, все равно будем подтаскивать пока сюда. Если подъедет, мы тут растищу туда, выйдем. Вечером позвоню, это, Васе. Что, он поедет, не поедет? Так ты вроде... снимаешь, что ли? Да, тут все видно, по-моему. Компромат. Половину, наверное, вырубили, да? Половину уже вырубили, наверное. Ну, он, видишь, самый пустой, там в том краю. Ну, там и погуще, видишь, проект, он и покрупнее получается. Одиночные, там, и раскидываешь. Да. Ну, и такой, это, средний лес он. Самое главное, чтобы гнили не было. Ну, я там пробовал, там не было гнили, вот ниже. Меньше гнили. То вот на возвышенности вот здесь было пиздец. Гнилушка за гнилушкой. Ну там редкий он какой-то. Но все равно, Леха, здесь вот намного чище, чем вот там. Вот в низине. Там-то были чище. Вообще пиздец. Ну я меньше отгнил. Вот. Мне некоторые вообще маленечко раз, блинчик, и все чистенько. Дохуя ли не хватит, не попал балам. Ну вот как под Сочку, помнишь-то? Ни хера, блядь. Там хотели 300 кубов, получили сотни. Так под Сочки нихуя там. По 2 метра. По 2, по 3. Самая кубатура улетает. Да. Снизу. Даже а что интересно, а, да, а почему под Сочки не берут? Ну некоторые, видишь, берут, а некоторые нихуя. Нихуя. Мы тогда вон на той стороне вот у Сереги, у Богдана поехали. По Сочке все вместе, он в плоты нахуй. Может из-за того, что там сухая вот эта сверху, а это пилы, они же не хотят вообще сушилы пилить пилорами. Пилом пилят. Пилы греются. А. Перекаливаются, получается. Металл слабый. Видимо, вот из-за этого может. Я тогда в Лесосибирск увез машину. На пробу. Тем хорошо, что полусухой. И вот они это. Потом звоню им. Не, говорит, мы такой лес не будем брать. Он полусухой. Пилы греются, говорит, и все. Отказались. А им что-то до кучи возил. Их завалил тогда вообще пихтой елкой сырой. Угу. Там смотрели, мы вот пока разгружались, там перед нами три машины, после нас три машины скопились вот на выгрузке. Они там, пихта такая хорошая, сырое, все. Лес хороший. Ну дисковым-то похуй, мне кажется. Ну, он просто труднее пилит. Дисковым, да? Медленнее. А мягче, конечно, он сухой, оно твердое, а этот-то помягче. Ну, эти акулы, как у нас в Китае были. Леха, а как тебе не сахар взять-то? Специально, да? Сахар не брали бы.